Вчера, 6 февраля, в понедельник, когда люди еще спали, в 4 часа утра в Турции и Сирии обрушилось два мощнейших землетрясения силой 7,8-7,5 балла, где миллионные кварталы превратились в руины в считанные минуты. Друзья, в эти дни, как всем известно, людям Турции и Сирии обрушилась природная стихия. Где-то катастрофа унесла не один десяток построений, жизни людей. За 2-3 минуты тряски вмиг не стало сотнями людей. Это страшно. Это очень страшно. Дома обрушились, как спичечные коробки. Вот смотрю я, как наши дома в последнее время строятся. Они растут, как грибочки. А то, как они выглядят, я задумываюсь, конечно, и смотрю на все это с надеждой, что наши строители работают честно, качественно и добросовестно. Я понимаю, что перед стихией трудно устоять, но то, что зависит от нас самих людей, давайте будем делать каждую свою работу добросовестно. Друзья, давайте мысленно, молитвой поддержим всех тех, кто сейчас в беде. Выразим слова соболезнования родным и близким погибших в Турции и Сирии. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Давайте беречь нашу планету, нашу общую семью, где мы живем. Будьте здоровы, друзья мои, и Богом хранимы. Всем мира и добра!